Биткоин. 2023 год нам показал рост цены на данный криптоактив с 16 тысяч до 43, до 44. Какой прогноз по цене на 2024 год? Многие гадают, кто говорит 100 тысяч, кто говорит 120, 150. Ну, в принципе, все называют вверх рост цены данного криптоактива. Почему? Потому что все ожидают халвинга в 2024 году. Что у нас такое халвинг? Это уполовинивание вознаграждения майнерам за добытый блок биткоина. Ну, можем посмотреть, какие были прошлые халвинги и какие будут у нас еще впереди. Вернее, у него. Начал свою историю биткоин, можно посмотреть, вот у нас, с 2009 года. И изначальное количество монет в блоке было 50. В 2012 году, в 2012 году был первый халвинг. Уполовинили, то есть поделили на 2, стало 25. В 2016 году стало 12,5. В 2020 году опять делили на 5, ой, на 2, получилось 6,25 монеты в одном блоке. Ну и следующий халвинг нам предстоит примерно март-апрель 2024 года. И 6,25 поделится пополам и, ну, и станет 3,125 монеты в блоке. Вот есть такая картиночка, я посмотрел, она не совсем актуальная на сегодня ценой, но тем не менее. Прошлые халвинги биткоина. Почему все ждут роста цены? Первый халвинг. После первого халвинга у нас был пик. Через 364 дня у нас было максимальное значение цены, был рост. Потом коррекция, небольшое снижение до следующего халвинга. В 2016 году у нас опять через 525 дней после халвинга был очередной пик цены. Третий халвинг, в принципе, все было то же самое. Через 564 дня у нас опять пик цены. Давайте пойдем на график и посмотрим. Я тут так чуть-чуть накидал. Итак, мы видим прошлый халвинг. У нас цена приблизительно... Ну, вот тут вот болталась. Ну, даже не имеет значения, какая она была. Порядка 9 тысяч. До максимального значения у нас цена поднялась после прошлого халвинга через 336 дней. Ну, это все примерно, не имеет значения. Точность на 640% примерно до... Ну, тут 68, ну, 64-68 тысяч долларов. 640% от цены, которая была во время халвинга. Если смотреть вот эти графики, то у нас во время халвинга, прошлых халвингов, цена всегда была ниже прошлого all-time high, то есть верхней точки цены. Ну, будем думать, что... Все говорят, что все циклично, и каждые 4 года биткоин, в принципе, повторяет плюс-минус ту же самую картину. Сейчас у нас цена примерно на 50-60% ниже высшей прошлой цены, all-time high прошлого. Примерно находится в районе 43-44 тысяч долларов за одну монету. Если верить вот этим прошлым всем показаниям и что все будет точно так же, значит, примерно цена также примерно сохранится на этом уровне. Она не будет выше 60 тысяч. И следующий халвинг примерно в этом диапазоне, если верить и допускать, что все будет повторяться циклично, примерно в этом диапазоне, там условно там 30-40 тысяч биткоин войдет в халвинг. А дальнейшее
если верить такой же рост, как и в прошлый раз, 600%, то цена биткоина будет 300 тысяч через примерно полтора, год-полтора после следующего халвинга. То есть в 2025 году, по идее, 300 тысяч должна быть цена биткоина, если все, вот верить этим графикам, циклично повторяется. Ну, я не знаю, будет это или не будет так, но что есть, то есть. Ну вот видим, вот я вот тут вот время выделял 540-550 дней от прошлого халвинга до самой максимальной ценовой точки. Так, ну а что я еще хотел показать, посмотреть? То есть биткоин в принципе на данный момент идет примерно по всем своим графикам, которым и шел до этого. Ключевые точки — это халвинги, и вроде бы как все повторяет. Но популярные другие монеты, альткоины так называемые, в принципе не повторяют все, что повторяет биткоин. Я хотел сравнить, вот давайте сравним. Сейчас биткоину до прошлой верхней цены примерно 60%, 50-60%. Давайте посмотрим эфир. Эфир уже гораздо ниже, ему до верхней прошлой цены порядка 115%, уже в два раза хуже выглядит эфир по сравнению с биткоином. Некогда популярный лайткоин, который был в десятке по капитализации, находится на ему до верхней цены, которая у него была, аж целых практически 500%. В 10 раз хуже, чем биткоин по цене выглядит лайткоин. Ну, еще для примера я взял эфир Classic, ETC так называемый. У него еще хуже ситуация. У него 750% до верхней ценовой точки, которая у него была, вот тут по графику, порядка, ну, в район $180 забегала. Можно подумать, а куда делась ликвидность из этих монет? Почему биткоин, в принципе, все повторяет, а даже эфир как-то выглядит уже как минимум в два раза хуже. Лайткоин выглядит в 10 раз хуже. ETC в 15 раз хуже. А все очень просто. Появилась огромная куча других всяких монет, токенов, куда вся эта ликвидность и рассосалась. В принципе, не знаю, прогнозировать, конечно, очень трудно, что будет с биткоином. Говорят, цифровое золото, говорят, что выживет со временем только биткоин и настоящее золото. Они будут конкурировать между собой по, скажем, тому, кто из них лучше будет сохранять средства от всяких инфляций, передряг мировых и так далее. Не знаю, время, конечно, покажет. Пока все идет по графику. Но тогда получается, в 2025 году порядка 300 тысяч цена биткоина. Поэтому, если во все это верить, то, ну, мы сейчас находимся внизу. И еще 6-7 иксов за полтора года биткоин может нарисовать. То есть, купив сегодня один биткоин за 40 тысяч, через полтора года можно будет его продать за 300. Наверное. Ну, а глядя, как как-то совсем уныло бывшие лидеры идут, ну, которые шли, скажем так, по руку с биткоином, ну, не знаю. Мне кажется, что они не стрельнут. Если не стрельнули, то и не стрельнут. А стрельнет ли биткоин, в принципе, осталось ждать недолго. 3 месяца. 3, ну, плюс-минус. Давайте подождем. Ну, а если доживет это видео до 25 года, посмотрим, цикличность вот эта сохранится, будет ли биткоин по 300 тысяч. Ну все, друзья, всем пока.